Здорово, бандиты! Ростов, столица рэпа, а Семикаракорск, мать городов русских. Вообще-то мать городов русских — это Киев. А вы тоже не очень крутые. Итак, в общем, у нас фристайл, понимаем буквально. Мы рэп читаем, вы кричите всякие слова, и мы их рифмуем. Давайте попробуем. Ой, Семикаракорск, оригинально! Семикаракорск, 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 Семикаракорск. Я накатаю трэп, слазь, Семикаракорск. Нужен текст хороший. А я про Семикаракорск. Первое слово, парень, выкрикивай. О, нас для примечательности. Первый переулок, второй переулок, третий переулок, четвертый переулок, пятый переулок, седьмой переулок. О, перескочил. Где шестой? Не намутил. Зато никто не спросит, где находится 17-й. И так понятно, место 16-м и 18-м. Про сосиску в Кельте ты хочешь, про невесту давай. Недавно видел в девятке счастливую невесту. А почему счастливая? Девятка же с обвесом! С обвесом, с обвесом, все как надо. У нас керамика есть, на керамику давай! Керамика! Погнали! Семикаракорская керамика, производство Гагика и Тамика. Не смотрите, что это какие-то горцы, все горцы в душе, семикаракорцы! Вечность, беспечность. Погнали. Знаете, у вас довольно милое чебуречное. Ну да, в Семикаракорске же должно быть что-то милое, доброе, вечное. И с Wi-Fi. О, школьник, давай. В Семикаракорске нету Лиги Справедливости. Ну да, здесь даже у Супермена была пара судимостей. Три, если быть точным, то три судимости. Петухи. Давай, скляр, осторожно. В Семикаракорске откроют петушиную ферму. Ну да, будет где животным драться, кроме Палермо. Вонючий Константинус. Любимая тема. Давай. А в Константиновске вообще нету амбиций. Попробуй подняться выше, чем разносчик пиццы. Я флайер раздавал, не снимаюсь. Фотка! Любимая. Улица Зимак, меня закалили. 40-градусный мороз, 40-градусную пили. А Семикаракорск вообще не какая-то шарашка. В 2020-м, может, будут 10-этажки. Вау. А давайте на Семикаракорск. Оригинал, парень. Семикаракорск, 7 дней в неделю. Все ездят на семерках, на 7 частей делят. Недавно купили 7-й номер Кристиана Роналда. Ну как Кристиана Роналда? Майку Кристиана Роналда. На любовь, на любовь. Про тебя, про знакомые слова. Давай. Недавно влюбился девчонку из Зимак. Она такая чика, а я обычный шмак. Ну что ж, история достойная Мандеки и Капулетти. Она залетела. Походу будут дети. Сидите и думаете, а чего это мы реагируем только на одного человека? А ну-ка, парень, я подсадной! Каждый из вас мог бы стать подсадным! Здесь нету рифмы, так что просто ты. Ладно, я представляю, что пора выступление закончить одним предложением. Ребят, может, на мясик? Подожди, мясик же закрыли. Ну вот и все, приплыли. Традиции, когда проиграем, будет повод напиться. А если вдруг выиграем? Тогда будем отмечать. Ладно, Семикаракорск выступали для вас Сережа, Гена и мистер Экстаз. Спасибо! Вызова цензурой, спасибо!